Каменск-Уральске прибыли порядка 160 спортсменов из Югры, Ямала, Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей. Бои прошли в рамках первенства Уральского федерального округа среди юношей старшего возраста 15-16 лет. На этих стартах весовой категории 57 килограммов 15-летний кагалымчанин Габиб Габибов завоевал бронзовую медаль. В весе было 12 человек, провел два боя, одно выиграл, в полуфинале проиграл. Боксом Габиб занимается 3 года. Он призер и победитель различных городских и окружных турниров. В конце марта принял участие в представительном турнире общества «Спартак» в городе Яровом Алтайского края. Боев было 4. Третий бой был нормальным, тяжело. С кем? С Новосибирска. В финале он сошелся с земляком из Югры, но уступил. В результате медаль с серебряным отливом. Может быть, немного не повезло, все-таки на кону была путевка на первенство страны. Тем не менее, тренерский состав выступлением своего подопечного доволен. У нас ребята входят во всех возрастных группах, в сборную ХМАО Ханты-Мансийского округа. И вот сейчас приехали Габиба, поздравляем, провел 4 боя, очень достойно. Приехал с серебряной медалью, хотелось бы, конечно, золото. Нам всем, но спорт есть спорт. В Югре делается многое для развития и популяризации этого мужественного вида спорта. На днях состоялась встреча губернатора Натальи Комаровой с генеральным секретарем Федерации бокса России Кириллом Щекутевым. Заключено соглашение о взаимном сотрудничестве. В 2023 году пройдет боксерский форум у нас в Ханты-Мансийске. И в 2024 запланирован чемпионат страны. Кагалымская школа бокса известна за пределами округа. И как знать, может быть, через 2-3 года наши спортсмены примут участие в этих соревнованиях. Сергей Ефимцев, Николай Гаркуша. Специально для новостей.